Приветствую, друзья, на канале Crossout Lowers. Сегодня у нас ролик снова будет посвящен новой кабине Мертвец. Вчера я выпускал ролик про эту же кабину, но только тестил ее уже на малышах. Мне очень сильно понравилось, если честно, хотя я не любитель пушек вот этих больших неповоротливых, но мне реально зашло вот именно с этой кабиной кататься, очень быстро все перезаряжается, поэтому я решил с этой же кабиной попробовать покататься уже только на осах. Итак, первый крафт у нас максимально колхозный, угарный, маленькие очки мощи здесь у нас, здесь он стоит только у нас, кабина, две осы, четыре колеса, перк идет 15%, ускоряется перезарядка из-за двух пушек. Второй крафт у нас не менее колхозней. Здесь у нас стоит уже только три осы, маховик и кабина. То есть уже на 30% все ускоряется. Ну давайте не будем томить, перейдем к сборке колхозища моего первого. А потом будем на этом колхозище ездить в бой. Итак, мы поехали уже в первый бой на нашем максимально угарном крафте. Здесь немного стоят кривовато осы, да? Хотя тут есть немного кривоватый крафт. Ну ладно, поехали. Ой-ой-ой. Так, кстати, я колпаки себе тоже забыл присобачить. Ну ладно, кто-то на этих, на каретных колесах поехал. Да, на малых очках мощь тут так... Ох, ё-моё, такое встретить можно, это просто пипец. Итак, давайте хоть попадем по кому-нибудь, дайте стрельнуть. Так, пошла перезарядка, пошла. Ну, я, чувак, не парился, тошек воткнул, думает, о, всех завалю. Вообще, что тут за крафты такие? Я косом, я не знаю, когда я последний раз на них ездил, сейчас максимально мне неудобно целиться. На малышах-то хоть как-то, но на осах это пипец просто. Но выносится все вообще в легкую. Может быть, тут крафты, конечно, угарные, да, хотя так и есть, но урон вроде неплохой. И перезарядка тоже быстрая. Здесь я бы и запас даже не ставил, то есть патронов, мне кажется, за глаза хватит, потому что тут хпшки у всех маленькие, но... Не знаю, я первый бой только еду. Дробовод. Ой, за мной еще хамелеон, там мистер хамелеон едет. Надо... Я не успею ничего сделать, надо только как-нибудь... Кого-нибудь зацепить. Так... Ну это все, я приехал, у меня потому что уже дробоводы все окружили, да. Я уже ничего не сделаю, меня взорвали, но я, тем не менее, уже троих человек завалил. В итоге этот чувак еще и последний остался. Трое человек неплохо, когда вся тима, блин, по нулю завалил, никого нет. То есть я только всех завалил и все. Поражение, ну ничего страшного, начало тоже неплохое. У меня первое место по команде, да, но если была бы МВП-ха, было бы ништяк. Итак, поехали во второй бой. Итак, мы поехали уже во второй бой. Сейчас будем тестить этот крафт максималочки, попробуем. В прошлом бою у нас 3 человека я завалил, но поражение. Так, давайте поедем. Потому что я боюсь здесь на открытой местности хоть куда-то тут встать. Хотя мне пильщик или дробовод какой-нибудь приедет и меня зафигачит легкую. Вон, уже едут ко мне, да? Так, давайте сейчас попробуем. Слави! О! У него там аккорды. У меня сейчас осы-то очень легко он сбреет. Отстань. Я... В смысле, я кого-то завалил? Это как? А, этому чуваку когда попал, почему-то он взорвался. Ой-ой-ой, зря я сюда поехал на таком крафте зачетном. Ну ладно.
Погибать так погибать. Красиво. Лови. О, так, защищ... У меня уже искрятся они обе, по-моему, да? Ну и пофигу. И пусть искрятся. Так. Одного я завалил, кстати. Но это не полноценный килл был. А, он взрывается. Ну ладно, второго завалили. Но от крафта уже ничего не осталось. Вот. Кто-то на хойрах даже что-то собрал. На двух синусах. Но спринтер, конечно, это классный. Два синуса. Но кто-то играет. Ой, какие же здесь нанотехнологии на малхачках мощи. Я тут вообще так, огрызок от меня остался. Давайте, добивайте союзы. Я верю в вас. Да. Поверните меня хоть как-нибудь туда. Я, может, настреливать буду. Да. Что-то его там долго так добивают. Вообще. Могут все вместе его зажать, да и все. Есть. Они это сделали. У нас победа. МВП-ха. То, что я и хотел, в принципе. Наши очки за бой. 1122. Ништяк. Теперь мы едем уже в третий бой. Кстати, когда я тестил уже малыши с этой кабиной, то нам постоянно попадалось синдикатовские карты. Сейчас нам хоть разнообразные карты попадаются. Можно потестить по максималочкам. Так. О, первый бот легкий как раз для меня. Вот их вообще легко разбирать. Вот я ему большинство хп снял. Там чисто союз добили боты. Так, дроновоз. Ой, я снайпер просто сотого... Минус сотого уровня. Так. Сверчок там у бота стоит. Надо... Надо пострелять хоть по ним, а не пока там на других. Они пока задумались, кого стрелять-то там. Так. Едем дальше. Но машина у меня, конечно, заносит ее пипец. И она слишком легкая, мне кажется. И поэтому она... Ой, что-то тут все взорвались. А почему Роберт уже двоих человек завалил? И эта машина слишком легкая, она ее заносит. Я не могу прицелиться. Можно мне союзы стрельнуть хотя бы раз по нему? Можно, да. Ну давайте хоть дайте добить его. Так, есть, добил. Хоть одного завалил. У нас базу, кстати, захватывает. Что-то мы уехали. У нас базу захватывает. Так. Вот и тут горящие. Может, нет, не заберу. Тараном. Так. Добили. Добили. Все. Победа опять, ништяк. Ну, на малхачках мощи, кстати, неплохо кататься на этом. Но не МВП. Третье место, но тоже, в принципе, неплохо. Итак, мы проехали уже три боя. Пора менять крафт. Давайте поменяем на второй крафтец. Вот такой вот. Посмотрим, как у нас играется на 6000. Можно было бы как раз попробовать на более большой он взять. Но хойера, к сожалению, у меня нет. Так что будем тестить на колесных крафтах. Итак, погнали собирать наш крафтец. We'll be right back.
Итак, мы поменяли крафт. Теперь у нас есть еще и напарник. Кот в носке ко мне подключился. Теперь будем вместе играть. Он, кстати, на ховерах. Давайте теперь... Я, кстати, раз... Ох, ё-моё. Какая тут копейщик приехал. Так, какой-то ракетой там по нему попал. Еще попал. Давайте добьем его хоть. А что он тут? Одинокий будет стоять. Минус один. Развел, короче, ракеты на разные кнопки. Ох, испугался то, что копейщик это кабан. Но кабан тоже опасный. Некоторые так делают на разные кнопки. Посмотрим, как у меня получится. Но я все равно одновременно кнопки нажимаю. Он сейчас на меня поедет. Он здесь следы обрывается. Да. И к нам едет еще один копейщик. Классно. Куда я попал? А, это даже пильщик, ё-моё. Ой! Ай, ё-моё, спасите, куда я попал, темпуры, блин. Чё они до меня докопались? Чё за троица? Вы чё? Отстаньте. Чё они до меня докопались? Так, я понял, я сейчас врагов прям в тыл веду. Брат, пацаны, я тут, этот, к вам братков привёз. Ох, нифига себе. Так, хелпа нужна, пацаны, помогайте. Блин, я еще живой, нормально. Отстань от меня. Отстань. Блин, одна оса осталась. Да отстаньте от меня. Блин, у меня ничего не осталось, он взрывается. Блин, что сейчас такое произошло, пипец. Хотя мы двоих человек каким-то образом забрали вот этих двух пильщиков. И у нас еще три человека осталось врагов. И вообще угарный бой сейчас такой. Так, напарником его, да ну, сейчас добьет. Ну, блин, добили. Почти. Ладно, они тут долго еще будут прикалываться над ним. Давайте телепортируемся. Конец боя, покажу очки за бой. Итак, я проехал уже, наконец-то, бой. Там бой этот минут 5, наверное, длился. Они, 4 человека наших союза, не могли завалить вот этого первого пильщика, который меня пилил. У него остался один бур, он хп не было, но он... Они его в итоге поймали, через 5 минут взорвали каким-то образом. Мы этого дождались. Итак, третье место по команде у нас. 2 человек мы завалили и 1000 очков за бой. Теперь мы едем уже в 5-й бой. Прошлый бой у нас максимально угарный какой-то был. Там за мной гонялось один кабан, 2 пильщика. Ой, бой не прикольный, короче, был. Так, ладно, давайте попробуем завалить кого-нибудь. Так. О, ой-ой-ой, какой грозный там. Ну, на тебе, лови. Ну, с такого расстояния сос не попасть. Это, наверное, нужно, чтобы 1 на миллион, наверное, шанс, что вы попадете. Ох, они взрывным уроном попали. Вот, зараза, на! Нормально его затаранил. На меня тут, понимаешь, набрасывается. Ну на, пожалуйста. Ой, показалось, машина едет, ну ладно. Ой, еще один хавераст. Здорово, братан! Брателла! Лови, просто держись там. Еще один брателла. Ой, брателла, по брателле не попал. Сейчас от меня от брателлы так прилетит. Все, одна оса осталась, которую сейчас добьют. Да... Злые брателлы нынче водятся. Завалили меня. Ай, ну перезарядка, конечно, быстрая очень у этой кабины. Максимально я быстро все перезаряжаю. Этот бой у нас какой-то странный тоже получился. Брателлы меня загасили. Давайте, наверное, перенесемся в следующий бой. А то этот бой, мне кажется, ни о чем не говорит. Итак, телепортация. Итак, мы поехали в... 6-й бой, будет еще и 7-й, потому что у нас 5-й бой такой ни о чем был. Ну ладно, поехали. Конечно, на осах я не привык ездить, я на них не езжу, но надо попробовать с новой кабиной. И на осах надо как-то научиться играть, потому что довольно популярное оружие, я не умею на нем играть, как бы да. Ладно, давайте поехали, попробуем кого-нибудь завалить. Но издалека-то я точно не попаду. Одной ракетой максимум. И все. Как бы здесь наши полномочия все закончились. Нас кто-то базу захватывает. Но я боюсь один есть, если честно. Потому что меня раскромсает только в путь. На малышах хоть... Да, я там не катаюсь на них, но они крутятся. А вот оса я не люблю фронтальное оружие именно этим. Потому что на нем надо учиться играть. Я люблю. Купил оружие. Взял, поехал. Ой, еще один такой же с осами. Брателла еще один. Так,
Стой. Дайте подарочек запульнуть. Так. Да блин, да союз, что ты меня путаешь? Здравствуйте. Минус одна оса. Это у меня сумматоры, отстань. Короче, все видео у нас будет, как я убегаю от кого-нибудь. Да. Кстати, сумматоры тоже интересное оружие само по себе. А, мне кажется, его даже недооценивают, потому что неплохой у него урон. Да, конечно. Помогите, союзы, help me, пожалуйста. Ух, завалили, но у меня хп нету. Как я еще еду, я не знаю. Ой, я накаркал, сейчас я ехать да даже не буду. Здравствуйте всем. Давно не виделись, меня завалили. Ну ладно. Короче, все видео у нас будет, как я убегаю ото всех. Вот, но тоже интересный бой. Давайте, завалите. Конечно, медиана и шторм, и рапира, полный комплект. Еще и фиолетовая какая-то вертолетная кабина. Классно, короче. Не только я на таком колхозном крафте езжу. Ну, это понятно. Давай, добивай, чувак, давай. Возможно, прикол затащит на таком крафте. Если затащит, будет офигительно. Давай, вот главное ему хой развалить. Давай, я верю в тебя, чувак. Давай. Все, он перерылся. Давай, сможешь. Фига. Красава вообще. Смотрите, он, ему последний остался. Давай, добивай. Давай. Ну. Давай. Почти. Так. Ну все, это походу победа. Так. Ну, красава, чувак, просто вытащил трех человек, завалил, победа, хотя у него колхозный крафт, даже бочка не закрыта, но чувак, красава вообще, вытянул весь бой. Итак, наши очки за бой мы опять на третьем месте, но трем человек только помогли и никого не завалили, тем не менее, третье место. Поехали в седьмой бой. Едем уже в последний бой, будем тестить оса опять, но мне... Как на носах не особо нравится, то что я не люблю на самом деле фронтальное оружие. Мне, конечно, больше малыши понравились, то что они хотя бы хоть как-то крутятся. Но осы на любителей тоже довольно-таки популярное оружие, так что не для меня, так для кого-то, я думаю, подойдет. Иди нафиг эту машину. Они меня больше всего, вот эти машинки, бесят. Отстаньте. Потому что они в кабину именно стреляют постоянно. Они с ним меня. Ну, конечно. О, братан! Да, ой, завалил нашего союза, не успел помочь. Ну ладно. Вот за... я отомщу за него. Понятно. Отомстил. Ладно, поехали. Вот этих попробуем. Он меня сейчас, мне кажется, перестреляет. Мне кажется, да. Он... Да. Мне все сбрил нафиг. Сейчас и последнюю осу. Так. Одна оса, конечно, но это не круто. Опять он приехал ко мне. Иди нафиг. Да чё у меня все везет-то так на каких-то этих чуваков, на дробоводов, либо на сумматоры, либо на малыши какие-то в упор приезжают. Ну, просто, видимо, я не, не могу играть на осах, потому что не играл на них вообще. Хойера так и разбирают, нервные. Давайте! Добивайте! Группа поддержки союзов! Добивали! Завалили его наконец! Поражение, но, видимо. Мне просто осы никак не подходит это оружие. Итак, мы заняли даже не самое последнее место, заняли пятое место по команде. Итак, я проехал уже 7 боев на новой кабине мертвец и осах. Итак, я, наверное, скажу в общем, что как играется. А скажу я, что мне не подходит с осами играть. Ну, смотря по рандому, то на осах много играют, это популярное оружие. И как-то я пробовал раньше на осах кататься, мне вообще не нравится. Сейчас как-то, ну, попроще стало, перезарядка побольше, побыстрее. То есть ставьте эту кабину, быстрее будет перезарядка явно. И можно маховик поставить. То есть эта мне кабина сразу понравилась, приглянулась. Можете покупать, но чуть позже, потому что сейчас она дорогая, заоблачная. То есть можно, в принципе, и с осами тестить, пробовать. Если не понравится, там сделать малыши что-нибудь с ними, придумать. Но на осах, я скажу сразу, сложнее играть. Берите малыши, не парьтесь. Ну, пишите в комменты, как вам лично кабина и осы. Мне не нравятся осы, но нравится кабина. А на этом, думаю, все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.